Вот, товарищи, Мексика. Великолепный пейзаж. Традиционная Огава. Такой пейзаж вас встречает при въезде в северную часть города, если ехать на машине. Это город Теотиуакан, древняя столица ацтеков. В первом веке до нашей эры этот город был крупнее, чем Рим и Афины, с огромным населением. Это в 100 километрах от Мехико. Вот две пирамиды, знаменитые пирамиды Солнца и Луны. Они реставрированы? Нет, они просто раскопаны. В первозданном виде. Просто раскопаны, так и не оставили. А за последние годы здесь производились большие археологические работы. Значительная часть раскопана именно в последние годы. Это фрагменты вот этой пирамиды с каменными рельефами, драконами, химерами. А назначение есть у них какое-нибудь? Ну, это, скорее всего, ритуальное. Свирепое художество. Пирамида ацтеков в городе Тула. Какая смешная пирамида. Да, это кариатиды каменные резные поддерживали кровлю храма. Вторжение индустриального города в архаический пейзаж. Создание очередного хаоса. Не совсем ералаш. И въездные обелиски в южной части города, на улице Инсургентов. А это что, цирк? Нет, это строится здание, крытая арена для корриды. После просмотра напомню тебе, что скажу. К сожалению, нет, главный сезон. Испанская церковь времен Кортеса. Действующая? Да, их много сохранилось там. И вот вам, пожалуйста, современные жилые панельные дома. Вот они, родные. Административное здание. Дмитрий Андреевич Кумаков посвящается. Да я это осмотрю. Перекличка гениев. Смотрите-ка, действительно пирамида. У тебя, Дмитрий, помнится, имелась в виду солнечная ловушка. А здесь солнца достаточно? Зачем она здесь? Но в Мексике-то солнце ходит по меридиану, а боковые грани как раз отталкивают солнечные лучи. Шнебельная гостиница в центре города, одна из самых дорогих. Здесь каждый номер имеет отдельный свой садик. Все номера изолированы от проезжей части, обращены в тихую зону. Вот видите, для машин пандусы специальные под гаражи туда ведут. Смеловцы-то работают, ребята. Автомобили и бабочка, техника и природа. И одна из достопримечательностей этой гостиницы – живая морская волна. Вот смотрите. Да, видно, видно, видно. Какой-то, хорошо, да. А? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, старинная карета. Смотри, действительно, там в глубине. А вот и Сикейрос. Положим, это Диего Ривера. Это цветная мозаика на здании театра инсургентов в Мехико. Здесь вся история мексиканской революции. Все президенты. Да, вот они. Олимпийский университетский стадион в Мехико. И над входом каменная мозаика, тоже Диего Риверы. А вот это уже Сикейрос. А техника выполнения? Металлический рельеф, покрытый несмываемыми красителями полимерными. У Сикейроса много работ было уничтожено студентами-фашистами. И теперь он работает только несмываемыми красками. Да будет. Критика всевластна. Хотите, сейчас разгромлю вашего Сикейроса? Камня на камне от него не останется. Давай. А ты знаешь, это даже не смешно. Не мешай-ка, брат, смотреть. Все время тараторит, не дает смотреть. Лев, а что, если выключить магнитофон? Не стоит. Нет. Вот он сам. А, вот ты где, голубчик. Сподобился? Да, постоял рядом с великим. Имел беседу.
Это студия Сикейроса в Карнаваке. Открытое ателье, где он работал над эскизами для фресок для полифорума. Вот увидите конструкции, при помощи которых поднимались эти асбацементные листы, на которых он писал. Большого размера, не 3 на 3 метра. А всего он здесь написал около 4000 квадратных метров этой живописи. Музыка. Гром. А, Танюша? Каков старичок? Нравится? Нравится. Старичок. Один знакомый. И вот, маэстро, за работой. Тихо, тихо. Больно. Больно. Будто бы. Что, в Карнаваке, что ли? Да, вот это на студии в Карнаваке. Открытое ателье на воздухе. В руках краскопульт, потому что кистью обычно контур он прокладывает. И такие огромные масштабы работ, такие плоскости, да. Что тут кистью не управишься. Это эскиз и росписи для полифорума. Соавтор. Приобщился. Ну что, ничего, уже лучше? Ну а как же? А вот это Христос. Тут любопытная история. Ватикан заказал 10 прогрессивным художникам мира, в том числе и Сикейросу, изображение Христа. Сикейрос сделал и послал в Ватикан с надписью: «Чего ж ты достиг своим учением за 2000 лет, а?» Это 40-этажный отель «Мехико», новая гостиница, строящаяся, и здание полифорума. Вот цветок в плане 12-гранный. Парк старинный Дела Лама с пальмами, калиптами. А это внутренняя сторона ограды этого парка, на которой размещены портреты соратников Сикейроса по монументальной живописи, муралистов Ороско, Ривера, Ворман. Портреты выполнены из гнутого металлического листа. Старик, ну, вот 75 лет. И в эти годы он завершил гигантский труд. Огромную работу по росписи полифорума. Это в интерьере. Фрагмент фрески «Марш свободы народов Латинской Америки». 2000 квадратных метров по кругу внутри зала, а зрители стоят на движущейся платформе. Действительно сила. Вот, и тебя пробрало. От таланта и сила. Почему там рубит с плеча? Здоровье. Просто здоровье. Здоровье тоже талант. Любовь. Вот. Первейший талант. С него это все и начинается. Да. Этот образ проходит через все творчество Сикейроса. Женщина-мать, спасительница мира. И руки, зовущие к действию. Центральная часть фрески. Обманство? Ну, хитер. Протащил все-таки свою контрабанду. Прошу извинить, чистая случайность. Сейчас остановим. Не надо, интересно.